Всем доброе утро. Ночка была веселая. Вот эти все товарищи вылупились за эту ночь. Не спавши, все следило за ними. Можно было, конечно, все это дело оставить до утра и лечь спать, но я заморочилась с бирками, с цифрами, которые были на яйцах у них подписаны. У каждого номера свой цвет бирки. И, похоже, мне опять повезло. Большинство петухов. Кошмар, конечно. Ладно, подсохнут, будет лучше видно. Где петух, где курица, но похоже, что опять одни петухи. Что-то пищит. А вот он. Ну-ка, ты у нас кто? Петух. Еще один петух. Где ж молотки-то остались? Нет, вот это все уже ночью наклюнулось. Дружненько. Дружненько. Вот те яйца так и лежат. Кстати, вот это яйцо, которое лопнутое, пищит. Что я еще заметила? Приходится выравнивать лоток. Если яйца лежат неровно, он перекачивается, яйца скатываются в другую сторону. Приходится равномерно по весу раскладывать. 134. Сейчас бирку ему повешу.